За последние сутки из больницы выписали 146 человек, излечившихся от коронавируса. Общее число победивших болезнь достигло 5009. Сегодня в стране зарегистрировали 223 новых случая COVID-19, большинство из которых в Кишиневе и Чудерлунге. Таким образом, общее количество инфицированных превысило порог в 9 тысяч. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Chișinău, 89. Urmează Chadarlunga cu 16 cazuri, Râșcani 14, Bălți 13, Comrat cu Transnistria. В остальных районах менее 10 заболевших. Результаты получены после проведения 1449 тестов. По данным Минздрава, 265 больных в тяжелом состоянии, 19 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 648 находятся в состоянии средней степени тяжести. Курегрет 5 cazuri de deces avem astăzi înregistrate și numărul total de decese atinge cifra de 315 cazuri. Представители Минздрава отмечают, ситуация на этой неделе обострилась, а потому людей просят не доводить себя до больницы, а страну до очередного карантина. Atragem atenția la respectarea distanței sociale, fizice, igiena mâinilor, eticheta tusei și purtarea măștilor acolo unde ele sunt recomandate, în transport public, în spații închise și dacă purtăm masca, să o purtăm corect, care să acopere și nasul și gura și numai împreună vom avea acel succes și vom depăși această situație dificilă. Сегодня в 22 случаях вирус подтвердился у медработников. Заболели 7 врачей, 10 медсестер и 5 человек из вспомогательного персонала.